155 человек задержаны, 108 из них в Италии в результате крупнейшей полицейской операции нескольких европейских стран. Удару подверглась калабрийская мафия 'Ндрангета. Правоохранительные органы заявляют, что ликвидировали крупную сеть, занимавшуюся контрабандой наркотиков и оружия между Европой и Латинской Америкой. Задержания и обыски прошли в Бельгии, Германии, Испании, Италии и Португалии. Il s'agit sans doute de la plus grande opération jamais menée contre la mafia calabraise en Europe. Plus de 1000 policiers impliqués dans les perquisitions de ce matin en Allemagne et 1400 en Italie. Cela au départ d'un dossier belge. По большей части рейды проходили в Италии, откуда происходит 'Ндрангета. В других европейских странах у мафиозной группировки были центры по отмыванию денег. Крупнейший из них оказался в Германии. Следователи сообщили, что с 2019 года 'Ндрангета отмыла в Европе более 20 миллионов евро, распространив на континенте около 25 тонн кокаина из Латинской Америки.